Госпожа Масако, жена предателя сказала, где он прячется? Когда я спрашиваю, она сразу опускает глаза и в слезы. Легко понять. А мне что делать? Может, ее очарует молодой самурай? Она в доме. Ждите. Господин. Госпожа Масако хочет меня убить. Это видно по глазам. Я ей не позволю. Но мне нужна помощь. Я рассказала все, что знаю. Хатя относит твоему мужу послание. Она знает, где он. Рано или поздно Масако найдет их обоих. Нет, вы должны его спасти. Мне нужно добраться до него раньше нее. Где он мог спрятаться? Ты его знаешь. Дайте подумать. Это важно, Хина. Твой муж убил невинных людей. Я вернусь. Ну? Я дал ей время подумать, где он может быть. Что ты ей предложил? Давайте пройдемся. Туда, где она нас не услышит. Я сказал Хине, что попытаюсь спасти ее мужа. Ты же знаешь, что я его убью. Мне нужно было ее доверие. И ты солгал. Я сказал, что попытаюсь. И это правда. А что ты ей скажешь, когда ничего не выйдет? Скажу, что вы не сумели его простить. И я не мог встать между вами и правосудием. Куда я здесь не посмотрю, гибель моей семьи все время перед глазами. У вас была родня, прежде чем вы перешли в клан Адати? Вы можете вернуться к ним? Мой старший брат умер несколько лет назад. А сестра, на нее напали убийцы. Я узнала ее только по золотому поясу. Зря я напомнил вам о том дне. Я никогда не забываю. Здесь должна быть музыка. Что? Здесь мы с внуками сочиняли песни. Так мы чествовали смену времен года. Я больше этого не услышу. Спасибо. Не трогай меня! Хина! В дом, скорей! Ищем убийцу! Быстро! Надо осмотреться. Должен был остаться след. Сюда. Зачем было убивать Хину? Чтобы помешать нам найти Садао. Предатели знали, что она у нас. От дома лесоруба сюда путь не близкий.
Ее многие видели со мной. Вы все подстроили. Сделали ее наживкой. Надеялась, ее муж попадется. Зря вы мне об этом не сказали. Чтобы ты помешал? Я обещал ее защитить. След всего один. Убийца пришел без помощников. Хина мертва, так что он нам нужен живым. Утюгинчи! Выходите! Помогите! Он нужен живым. Сугар Доксо Пахиму! Кровь идет! Рана глубокая. Не хочу так умирать. Кровь идет. Помоги! Нет, только не вы! Хати, брат Садао. Зачем ты убил Хино? Я думал ее освободить. Она не давалась. Хотела спасти Садао. Начала кричать, звать вас. Я не хотел. Где твой брат? Я его подвел, но не предам. Не смей умирать! Говори мне, где он! Он мертв. Нет. Хина умерла напрасно. Ее убили предатели, как и мою семью. Я не могу бросить поиски. Он доставлял брату послание. Может, и сейчас. Что-нибудь нашел? Карту пути снабжения. Он возил еду в лагеря для выживших. Возможно, Садао прячется в таком лагере. Отправляйся в ближайший из них. Найди главного монаха. Может, он сумеет прочесть карту. А вы? Похороню Хину. Это мой долг. Как закончу, найду тебя в лагере. Заплатишь!
Нужно найти монаха, который управляет лагерем. Возможно, он сумеет прочесть карту, что я добыл. До сих пор под ногтем. Говорят, перед вторжением монголы сражались друг с другом. Им что, китайцев не хватило? Решили между собой помочь? Могу я помочь, господин? Чем могу служить? Вот, прошу. Спасибо. Буду ждать вестей о ваших победах. Мы только начали собирать урожай. Столько трудов, столько. Господин Сакай, я так рад видеть вас. Дзюнсин, я должен был догадаться, что ты здесь. Чем могу служить, господин? Хорошо знаешь округу? Я организовал эти лагеря. Эта карта тебе знакома? Мы даем такие тем, кто развозит еду на телегах. Тут отмечены лагеря, чтобы никого не обделить. Это что, кровь? Посмотри, здесь только ваши лагеря. Я слышал, что в Ариака наши люди убивают друг друга. Предатели губят невинных людей. В клане Адати погибли женщины и дети. Помоги нам найти убийц. На этой карте отмечен маяк Ариака. Там у нас в лагере нет. Люди говорят, там засели разбойники. Не разбойники. Гораздо хуже. Прибыла госпожа Масако. Думаю, она захочет говорить с вами. Староста деревни Кута может быть на маяке. Клан Адати построил это для Ариака. У предателя нет стыда. Садао защищает. Мы не сумеем подойти незаметно. Пусть. Дадим предателю время, чтобы он успел ощутить страх перед грядущим. Идем. Почему Садао вас предал? Я обвинила его в краже риса. В том, что он ради денег обрекает людей на голод. Вы думаете, в Куте не хватало риса из-за него? Я не смогла ничего доказать. Но это было настоящее бедствие. Я знала, что он что-то скрывает. Мерзавцы хорошо скрывают свою натуру. Снаружи охрана. Рус прячется на самом верху. Пришла за твоей головой! Ну, покажи свое искусство, самурай! Сдавайся! Вы убили Хино и моего брата! Они мертвы из-за тебя! Вы должны были погибнуть со своей семьей! Увы, не погибла! А-а-а!
убили Садао. Масако. Он помог убить всех, кого я любила. И ради чего? Чтобы утолить свою жалкую ненависть. Когда самураи проиграли битву, я хотел умереть с ними. Я бросился в бой, зная, что обречен. Так было. Проще. И как ты живешь? Я помню, что нужно защитить живых и отомстить за мертвых. Садао убит. Те, кто его нанял, узнают, что я жива, и иду за ними. Они испугаются, совершат ошибку. Будьте осторожны, Масако. Ты тоже. Теперь ты тоже мишень. Мы найдем всех остальных предателей, но сперва нужно спасти моего дядю. Я буду ждать тебя в селении при замке Канеда.
Пошла! Сразимся! Юмхигетса! Thank you.
Они захватили мост! Говори! Мы бежали к источникам Хиёси. Казалось, мост безопасен, но в лощине прятались монголы. Они начали стрелять снизу. Кто-то ранен. Банта! Сын моего брата! Его используют как приманку. Скажи семье отойти от моста. Я разберусь. Кричи, малявка! Мама с папой тебя бросили! Держи, зайчик! Это были последние. Теперь спасти парня. Они прекратили! К семье. Монголов больше нет. Спасибо, господин. Мост свободен! Монголы мертвы. Они кричали. Их муки не твоя забота. Уводи семью к источникам Хиёси. Эти дороги опасны. Так и сделаем. Благодарю. Я тебя не оставлю.
Слыхал ли ты о великой битве на этой реке? Четыре бесстрашных воина сражались. Господин, уходите! Здесь обитают духи самураев. Они жаждут мести. Что за чепуха? Нет, это правда. Раньше здесь было спокойно. А теперь всякий, кто заходит в лес, не возвращается. Идет война. Люди часто пропадают. Но этого леса сторонятся даже монголы. Подождите до заката, господин. Ночью здесь разгуливает смерть. Сегодня я покончу с байками о кровожадных духах. Надеюсь, что так, господин. Ему отрубили голову. Кажется, он от кого-то бежал. Сюда. Это сделали, чтобы пугать людей.
Костер. Значит, там люди. Это случилось недавно. Убийца где-то рядом. Кто-то побежал сюда. Труды не напрасны, ведь мы теперь здесь хозяева. В лесу безопасно. Пора подарить человеку у дороги новую байку. Господин, вы пережили ночь. Для тебя есть новая история. Однажды жестокие разбойники поселились в священном лесу. Они разгневали души самураев, которые защищали эти земли. Последний воин клана Сакай услышал их печальные стоны. Он избавил лес от призраков, а духи павших самураев были ему благодарны. Славная история. Выходит, духи самураев призвали вас сюда, чтобы вы спасли лес. Превратилась в братскую могилу. И как только мы с Юной выжили.
хуже, чем идти в рекаву. Господин, у вас такой изможденный вид. Вам, видно, многое пришлось пережить. Ты представить не можешь. Ну да, я не отказался бы отдохнуть. Зайдите к моей сестре. Она живет у источников Хиоси. Я как-то захворала, и она велела мне там искупаться. Я тогда будто заново родилась. Похоже, туда мне и нужно. В животе урчит все громче. Знаешь, кто на самом деле этим живет? Корили цари Китая и Корю. Нет, они демоны. Чушь какая. Подумай, они пришли с моря. Торговцы и пираты. Даже если монголы захватят Цусиму, мы все еще сможем молиться Будде. Уверен? Я слышал, как об этом говорят монахи. Они боялись, что монголы заставят всех принять их веру. Тогда зачем разорять дороги к святилищам? Есть вопрос получше. Почему они не уничтожают святилища? Может, боятся? А может, они уважают нашу веру. Если монахи правы, скоро сами узнаем. Нужен новый колчан или мешок? Прекрасный выбор. Больше я ничего не могу предложить. До встречи. Я буду молиться о вашей удаче. Не знаю.
Вы такого нигде не найдете, господин. Мне казалось, все самураи погибли. Разве так встречают гостей? Простите мои манеры, господин. Я все время провожу в одиночестве. Меня окружают лишь краски, кисти, лак и ткани. Мои краски подобны чистому сверкающему снегу в зимнем дзёгаку. Принесите нужные компоненты, и я изготовлю наряд... Белый, как у самой смерти. До свидания. Это честь, что вы носите мои изделия, господин. Боги повсюду, господин. Они смотрят, слушают, выжидают.
Genç bak yüz kuşu. Karı var. Termun beyster. Hindman. Yeah.
Масако! Дзин! Благодарю за помощь. Что вы здесь делаете, Масако? Ищу своих родных. Мужа я уже нашла. Осталось найти сыновей. Они погибли, как воины, защищая дом. Ты видел, где это произошло? Нет. Кругом творился хаос. Я едва успевал следить за дядей. Давайте искать вместе. Идем. Здесь, на берегу, я еще не искала. Смотри, вон там. Он из ваших воинов? Да. И он один. Думаешь, бежал от боя? Когда ваш муж пал, весь клан Адати ринулся в бой, чтобы отомстить. Никто не отступился. Отрадно, что они
остались верны до конца. Скажи, если еще увидишь наши знамена. Масако, сюда. Знамя Адати. Он ехал верхом по берегу. Тогда мы пойдем в этом же направлении. Знамя Кикути. Я не узнаю его. Муж моей сестры сражался за Кикути. Ваш Шурин может быть неподалеку. Поищем его? Сейчас мне нужно отыскать сыновей. Одно из наших знамен. Мой конь. Я тогда тоже чуть не погиб. Что произошло? Меня спас дядя. Мы отплатим ему тем же. Важно лишь то, что ты выстоял. Кто он? Масанори. Он был совсем юн, но его отец стар для сражений. Так что он пошел вместо отца. Не только храбрый воин, но и верный сын. Да. Но где мои сыновья? Воин Нагао. Лучники Нагао убили многих монголов. В мастерстве им не было равных. Если бы сенсей Сикава был с ними... Знамя твоего дяди. Когда в бою я увидел эти символы на павшем воине, то испугался, что это мой дядя. Только глупец не боится смерти. Вверх по скалам. Наши знамена. Удзикага, близкий друг моих сыновей. Он бы их не бросил. Значит, они рядом. Сюда. Бросили своих мертвых гнить. Как негодную вещь. Нет. Сигисато! Исунари! Как скот повесили! Давайте их снимем. Они должны быть рядом с семьей. Лежать вместе с женами и детьми. Добираться в Ряка сейчас опасно. Нет ли здесь важного для них места, где их можно похоронить? На маяке. Там они играли в детстве. Но маяк захвачен монголами. Мы его отобьем. Маяк в той стороне. Они всегда любили там лазить. Если где-то пропадали вечером, я знала, что они там смотрят на звезды. Вы были хорошей матерью. Раньше и я так думала. Но мои дети мертвы, а я жива. И я подвела их, как никто. Когда умерла матушка, я думал так же, что я ее подвел. Но ты был совсем мал. А она хворала. Ты ничего не мог сделать. Может и так, но утешение слабое. Я знаю.
Вон они! Монгольские псы! Выходите! Чамага, пулю чинь я вольно! Уголу! Будьте наготове, может их больше. В траве! Смотрите, из леса! Они упорны! Это все. Значит, пора. Теперь принесем моих сыновей. Я запрещала им там ночевать, даже когда они подросли. Всегда звала их домой. Когда умерла мать, я больше всего скучал. О голосе, что зовет домой. Утешься тем, что она обрела покой. И они тоже. Ты очень поддержал меня, Дзин Сакай. Спасибо. Но сейчас я хотела бы побыть с сыновьями. Понимаю. Берегите себя, Масако. Thank you.
Сагай. Что слышно о Томое? На дорогах Хиёси находят трупы со стрелой в спине. Люди сидят по домам, дороги опустели. Думаете, это она? Чтобы отрезать город от мира, хватит горстки лучников. Это была ваша тактика, когда вы служили в клане Нагао. Томоэ хорошая ученица. Верно. Будто ваше отражение. Это можно обратить себе на пользу. Идем. Как нам разыскать этих лучников? Надо мыслить как Томоэ. Как расставить лучников, чтобы перекрыть все ходы и выходы от источников Хиёси? Путь к морю могут закрыть всего несколько лучников. Да. У тропы за трактиром. Нет, укрыться там негде, обзора нет. А надо перекрыть как можно больше земли, как можно меньшим числом лучников. Кто-то должен следить за мостом, ведущим в город. Верно. Разумно будет выставить стрелков у главного въезда в город. Все уже и так сторонятся главной дороги. Лучникам там делать нечего. Дорога на юг идет под горой.
Оттуда можно осыпать врага стрелами. Домой согласилась бы. Ты не безнадежен. Идем на охоту. Чему еще вы научили Тамоя? Я ничего не скрывал. И то, почему вы покинули клан Нагао? Это не секрет. Мне пора было отойти от дел, а у источников мне хорошо. Но вы продолжили учить? Нет, не сразу. Почему все же стали? Лук — это моя жизнь. Отказ от него был подобен смерти. Я решил пожить еще. Но вы жалеете, что перестали быть воином? Владеть луком — все равно, что владеть собой. Это единственная победа, достойная самурая. Остальное дым. Мы почти на месте. Будь начеку. Кто готов? Только невинных. Тамоя отреклась от всего. Предала свой народ. Она пошла на предательство в обмен на власть, богатство, положение. То, чего у нее не было. По рождению она была не той, кем хотела бы стать. Ты слишком к ним добр. Я понимаю ход их мыслей. Но те, кто сеет разруху, заслуживают кары. Твой путь сеет разруху. В рядах врага. Не только. Самурай убивает лишь при необходимости. Иначе кровопролитию не будет конца. Главное – одолеть врага. Только так можно покончить с кровопролитием. Вот так говорила и Томоэ. Засада! Еще одно змеиное гнездо. Идем. Как Тамоя стала вашей ученицей? Пришла на порог моего додзё с самодельным отцовским луком и заявила, что не уйдет. И вы ее не прогнали? Я пытался, но она утыкала стрелами все мои мишени. Никогда не видел таких способностей. Она у кого-то училась? Она стреляла неправильно. В настоящем бою у нее ничего бы не вышло. Но она совсем не боялась промахнуться. Никогда не медлила. Это дух воина. Нет. Дух убийцы. Когда я это распознал, было поздно.
Сенсей Исикава! Ты знаешь Исикаву? Да, у меня послание. Говори. Сенсей, жители Хиоси будут молить о пощаде, как молили жертвы Хиронори Нага. Молчать! Я думал, Хиронори погиб, сражаясь с разбойниками. Это было давно. Он слыл великим лучником. Его учили вы? Нет. Все слова Томоэ лживы. В них есть и правда. Она просто пытается нас рассорить. Ведь только мы с тобой не даем ей разорить Хиоси. И мы заодно. Обсудим план обороны в додзё. Приходи и будь готов к бою. Хороший мальчик. Живо благодаря вам. Мы не забудем вашу жертву. Мой господин, должно быть, сражение утомило вас. Целебная вода этих горячих источников поможет восстановить силы перед новыми испытаниями.
Я должен быть готов к грядущим битвам. Прошу за мной, господин. Купание в горячих источниках укрепляет дух. Если будете делать это часто, источники даруют вам долгую и благополучную жизнь. Монголы одолели наших самураев лишь потому, что их было намного больше. Я наблюдал за боем. Сюда. Теплая вода успокаивает. Чисти сознание, Дзин. Нужно перестать думать хотя бы на минуту. Вы прекрасно выглядите. Теперь вы одолеете любого врага. Я готов сразиться со всей монгольской армией. Спасибо. К вашим услугам. Горячие источники есть по всему острову. Посещайте их иногда. Приведите в порядок мысли и позаботьтесь о ранах. Тогда вы будете готовы к сражениям. Говорил Ямато про легендарные доспехи. Про историческую стену? Да, она самая. Но это же просто легенды. Сказки, которые рассказывают детям перед сном. Может быть. И все-таки... Я на днях пошла посмотреть, что забыли. И что увидела? Монгол. Мне всегда было интересно, откуда... Идите сюда, господин. Вас ждет история об Утицуне. В давние времена во дворец императора стал являться крылатый демон. Император послал за Утицуне, прославленным лучником, чье оружие благословили боги. Когда демон явился, Утицуна уже поджидал его с длинным луком наготове. Этот воин не знал промаха и пускал стрелы дальше, чем любой лучник Японии. Утицуна пронзил сердце демона с первого выстрела. Демон рухнул на землю, но с последним вздохом проклял лучника. Вскоре после этого Утицуна начал повсюду видеть демонов. Его прославленный лук разил метко, но когда стрела попадала в цель, крик раздавался человеческий. Многих погубил Утицуна, прежде чем его настигли воины императора. Лучника требовали казнить, но император пощадил его. Утицуна отправили в изгнание на Цусиму, где годы спустя он умер, одинокий и почти всеми забытый. После его смерти лук, способный сразить демона, остался спрятан на острове. Говорят, он ждет достойного владельца, а еще что лук по-прежнему проклят. Достойное оружие, пусть и проклято. Будьте осторожны. Этот лук пробуждает тьму в душах тех, кто его ищет. Я буду об этом помнить. Вопрос в том, где начать поиски.
Чтобы успокоить мысли, Утицуны любил гулять по берегу, созерцая голубые гортензии, которые там росли. Может, цветы подскажут? Голубые гортензии. О них говорил музыкант. Видно, я рядом. Странно. Гробница вскрыта. Здесь покоится Утицуна. Остров, утопающий в голубых цветах. Лук Утицуны может быть там. Маска демона Тенгу. Это был предупредительный выстрел. Надо осторожнее.
голубые цветы. Гора среди голубых цветов. Лук у Тицуны может быть там. Продолжишь поиски, и Цусима падет! Довольно! Говори прямо! Предупреждаю в последний раз! Оставь поиски! Монголы сражались друг с другом. Им что, китайцев не хватило? Решили между собой повоевать. Голубые цветы. Я на верном пути. Золотой храм еще стоит. Да защитит его Будда. Должен быть здесь. Это лук у Тицуны. Лук проклят! Смерть будет окружать тебя со всех сторон до конца твоих дней! Thank you.
сначала мне надо изгнать монголов, а уж потом думать о проклятиях. Вот увидишь, демон не оставит тебя. Слыхала о самурае, который убивает монголов? Брат моей жены его убил. Спасите! Это не самурай. Доспехи ворованные. То есть? Какой-то трус снял доспехи с мертвого самурая? Это женщина. Она надела доспехи и теперь сражается за 10 мужчин. Но ведь говорят, что самурай подружился с какой-то женщиной. Как раз с воровкой. Нет, это ее младший брат. Она заставляет его носить свою одежду и притворяться женщиной, чтобы монголы его не тронули. А, вот как. Очень умно. Здравствуйте, господин. Я как раз вспоминал слова моего учителя Сайгё. Чтобы очистить дух, сначала очисти тело. Сайгё был мудрым человеком, который в последние годы не вылезал из горячих источников. Но, согласитесь, в его словах есть смысл. Целебные воды, очищающий пар и тень красного клёна. Что может лучше закалить дух воина для битвы? Наверное, ты прав. Это именно то, что мне нужно. Я не хочу умирать! Лодка, по которой всплыл дерево Сирикава, схватили. Жаль. Господин Сакай. На месте пленения? Я бы дождалась попробовать. А летом... Знаешь, кто на самом деле эти монголы? Они покорили царей Китая. Позвольте осмотреть ваш лук. Сделаю вам лук прочнее. Смертоносный и мощный. У вас нет нужных материалов. Прошу прощения. До встречи. Ваш лук повергнет захватчиков в ужас. Нет!
Ты замечала, что лисиц стало больше? Неудивительно. Сюда. Взгляните на товары, господин. Прекрасный выбор. Товар, достойный самурая. Мой господин, это меч клана Сакай? А ты разбираешься? Это прославленный клинок. Я слышал о том, как он прекрасен и остер. Но даже не надеялся увидеть его своими глазами. Давненько я не тренировался на бамбуке. Для меня честь увидеть ваш меч в деле. Меч клана Сакай прекрасен. Тем более, когда он в руках мастера. А тренировки с бамбуком сделают вас только сильнее. Да, сила мне понадобится. На острове много тренировочных площадок, и вы сможете оттачивать свое мастерство. Прощайте. Сакай! Надо подготовиться к нападению Томои на Хиёси, пока не поздно. Почему ей так нужен именно этот город? Я там родился. Такая возможность услужить монголам и унизить меня. Но город удобно оборонять. Здесь два лучника остановят войско. Или пусть монголы берут его. Томои успокоится, утратит бдительность. Тогда мы ударим. Вы предлагаете принести Хиёси в жертву? Эта жертва окупится. Томои с вами бы согласилась. Что ж, ладно. Она ударит с севера. Там будем держать оборону. Надо заготовить стрелы, выбрать место и... Тихо! Ты слышал? Одна стрела, одна смерть.
집시계 빌! Я все думал, когда к нам заглянут новые друзья Томоэ. Хотела бы нас убить, прислала бы больше людей. Возможно, ей просто нужно было нас задержать. Источники Хиоси. Началось. Сюда. Если я сегодня умру, пообещай, что выследишь и убьешь Томоэ. Обещаю, сенсей. Она знает, что ты мой ученик. Погибнешь, умрет и мое наследие. Ваш путь Лука будет жить вместе со мной. Где она ударит? На окраине, у водопадов. Там самое уязвимое место. Если доберемся туда раньше монголов, займем оборону. Но будет непросто. Как и всегда. Вы двое, сюда! Я могу вам помочь? Монголы идут к источникам Хиоси. Соберите всех в трактире и запритесь. Мы их встретим. Слушаюсь. Отсюда хороший обзор. Монголы не смогут ударить сбоку. Времени у нас мало. Чем мы можем воспользоваться? Вариантов немного. Применим то, что есть. Осиные гнезда. Отвлекающий маневр. Сухая трава. Если заманить монголов... У тебя будут горящие стрелы. Бочки тяжелые, можно использовать. Бери горящие стрелы. Только не обожги ни себя, ни меня. Пока что. Вот и она. Это Томоэ? Сжигает знамя Нагао. Поймаем ее.
Пока дойдем, она уже будет далеко. Она труслива. Нет, насмехается. Она знает, что последним моим учеником до нее был Хиронори Нагао. Вы сказали, что не учили его. Где правда? Я был молодым, гордым, черствым. Хиронори взял с меня пример. Он поднял безуспешный мятеж за власть и успел перебить лучших людей клана Нагао. Так значит, Хиронори убили не разбойники. Клан Нагао спасал свою репутацию. Бою было не спасти. Как его учитель, я лишился доверия. В память о прошлых заслугах меня не стали казнить. Я убедил себя, что путь Лука должен выжить. Но я просто не решился убить дело своей жизни. И все это вы рассказали Томое? Я хотел, чтобы она знала, как мне важно снова учить. И это она тоже обратила против меня. Вы не исправите ошибок Хиронори и не измените Томое. Но сегодня вы спасли многих людей Хиёси. С новым учеником. Вы нужны мне у замка Канеда. Мой лук с тобой. Но Томое еще на свободе. Нужно ее выследить. Выследим, сенсей. Сюда!
Быстрее, Кага! Ямар ч олмор алга. Тэнд байна, хаан. Явц туслая. Тийм ээ. Mm-hmm.
Скорей, Кагар! Поклясться, что на закате увидел в небе силуэт демона. Вот и ты. Ты еще здесь? Разочарован? Думал, вы уедете, едва я получу крюк. Поплывете на большую землю. Заманчиво звучит. Но ты спас Таке жизнь. Мой долг помочь тебе спасти дядю. Рад это слышать. Оповести остальных. Что им сказать? Мы освободим замок Канеда и господина Симуру. Я читал, что самураи всегда сражаются честно. Это одно из многих различий между нами. А почему моих людей находят убитыми в спину? Господин Сакай никогда бы такого не сделал. Война являет истинную суть. И ты оказался псом. Цепной шавкой Хубилая, что рвет глотки по его приказу. Твой племянник отступил от ваших заветов. Он станет подлым псом. Разве что ты поможешь моей борьбе за мир. Ты не соратников ищешь, а солдат, чтобы свергнуть Сёгуна. Обдумай предложение. Помоги племяннику опомниться, пока трусость не довела его до беды. И я не принес его голову. Проклятие, Рюдзо. Где ты? Все здесь. Ждем соломенных шляп? Нет. Ждите возле дома.
один